Друзья у вас есть? У меня много друзей, да. Они с тех пор еще? Со студенческих? Из детства, да. Из детства даже? Вы собираетесь? Регулярно. Вы им дарите дорогие подарки? Я считаю, что подарки, тем более дорогие, они отравляют дружбу. Так. Не-не, у нас равные нормальные отношения, поэтому каждый занят своим делом, у них есть бизнес, у кого-то там работа, и никто ни у кого ничего не просит и не нуждается, ну, кроме каких-то катаклизмов. Лучший друг у вас есть? Ну, несколько, да. Лучше, мы можем назвать их? Лучший мой друг Боголюбов. Лучший друг Боголюбов. Да. Главный враг у вас есть? Нет, вообще нет врагов. Вообще врагов нет? Хорошо, а если люди вам плохо делали в течение жизни, вы забывали об этом? Прощали их? Ну, и должны быть причины, почему делали. Из-за чего, как. Ради развлечения или были основания на это. То есть могли быть основания? Так я не вижу. Я не могу вспомнить людей, которые просто так делали, ни с того ни с сего. Плохо. Не, ну есть люди, выполняющие свои служебные обязанности. Они делают неплохо или нет? Ну, наверное, в какой-то мере они меня где-то допекают или что-то делают плохо. Но я на них не в обиде, потому что они на работе. То есть они поставлены в определенные рамки, обязаны это делать. Есть кто-то там... Ну, то есть если кто-то сделал мне плохо умышленно и с целью сделать плохо, то да, такие. Ну, я так и не припомню особо таких случаев.